Здравствуйте, это я, Вика. Следствие, я вам хочу рассказать, как стать русалкой. Первый способ. Надо поставить таз и набрать воды, теплой такой, нормальной. Вот. Потом, чтобы отражалась луна в полнолуние. А если вы не знаете, когда полнолуние, найдите в Яндексе. Вот, и чтобы отражалась луна, вот поставьте около окна, чтобы отражалась луна в этом, на этой воде. И целую ночь придержите, потом утром бегите в ванну с этим тазом и облейте себя водой, и вы станете настоящей русалкой. Действуйте этим правилом. Теперь я хочу позвать свою сестру, чтобы она рассказала второе. Действуй, как стать русалкой. Лера, иди. Это моя сестра. Здравствуйте. Чё? Я хочу вам рассказать второй способ. Первый способ рассказала моя сестра. Я вам расскажу второй способ. Здесь не нужно никакой полнолуния. Но лучше, конечно, это сделать в полнолуние, потому что из-за ждала русалки сделали в полнолуние. Как это делать? Если лучше. Берется уже поздно, в 9 часов, когда вы ложитесь спать. Берете листок, пишете, что вы хотите сделать. Ну, мы в ванной помыли, все сделали. И уже перед сном вы берете, делаете. Мочите, ставите таз с водой, мочите ноги, встаете на бумагу. Встали, постояли до 10 секунд, посчитали, взяли эту бумагу, написали, какого цвета вы хотите этот спот, какую силу и кем вы хотите стать. Потом сворачиваете это, ложитесь спать и больше никогда не просыпаетесь. Если у вас будет болеть голова, у вас будут сны о русалках или H2O, значит, у вас мечта сбывается. Конечно, если это ваша мечта. Вот, например, это моя мечта, но не думайте, что я психованная. Вот, потом спрячьте это на всю жизнь, и чтобы никогда это никто не находил. И каждый год просматривается на Новый год, выходите, где никого нет, и просматривайте этот листок. И думайте, как вам было хорошо. Пока! Я настоящая русалка. Увидимся в следующий раз с нашими фотками. А сейчас мы хотим показать фотки. Так, на телефоне мои фотки. Вот, это правда, и я не вру это. Это и не с головы, и не из интернета, что там всякую дурь пишет. Это по-настоящему было. И мы это придумали. Если хотите в Яндексе найти, найдите это в Яндексе. Сейчас Лера быстренько несет на телефоне фотки. Лера, давай быстрее. Сейчас привлеку. У меня, конечно, был айфон. У меня был айфон. Но сейчас я фоткала не на айфон. А перекачать? Что такое телефон? Я не смогу. Это я, русалка. Это я, русалка. Ник. Ну, Ника. Это Вика, русалка. Сейчас покажу вам. Дальше покажу меня русалкой. Да, это я, русалка. Это просто как-то произошло. Я просто облила себя тазом воды в ванной и стала, мы стали настоящими русалками. Я была просто в удивлении. Но часто мне это нравится. И, кстати, сил у меня почему-то... Честно, она похожа чем-то на Эмму. Она тоже бросила свой любимый бассейн. Да, я ходила 5 лет в бассейн. Мне сейчас 10. Вторые 5 лет. А теперь вот я высоком. Следующий вот встретим. Мы и русалки. Да, это произошло неожиданно. Давайте, пока. Стой. У тебя еще есть фотки? Зачем ты это все фоткала? Думаю, никто не брал этот телефон. А то это был бы ужас. И эти фотки на ваших глазах мы удаляем. И погнали. Пока. Ждите новых фоток.